Украинская делегация во главе с начальником Одесской таможни Юлией Марушевской отправились в Грузию. Тбилиси их познакомят с работой местной таможенной службы, Министерства юстиции и других правительственных органов. Сегодня первый день визита. В столице Грузии находится наша съемочная группа. Ирина, расскажите, пожалуйста, подробнее, где успели сегодня побывать одесситы. Здравствуйте, студия. Мы находимся в зоне таможенного оформления Тбилиси. Здесь украинской делегации на практике продемонстрировали, как работает автоматизированная система декларирования Асикюда. Именно эту систему хотят внедрить и в Украине. Особенность таможни Грузии – это ее централизация. Здесь и зона контроля, и пункты оформления, и стоянка – все в одном месте. Благодаря этому все происходит без посредников, а процедура оформления груза длится всего 15 минут. Пока это все подробности Тбилиси. Завтра мы отправляемся в Батуми, где будем продолжать изучать работу местной таможни. Студия.